Дедушке я хотела, значит, после церкви отдохнуть немножко, потому что, опять же, да, он просто мне не давал вообще ни секунды продыха. Я, конечно, с вами разговаривала, переселилась, потому что я уже знаю, мне уже как-то сказали, что вот эти вот прислужники, у них обет молчания, то есть они вот так вот молчат, они тебе не могут, ну, редко, вот помните, наоборот же, он там выгонял, ну, может быть, он уже прошел там, вот у этого явно было обет молчания, то, что он когда ходил около меня постоянно, он опускал все время глаза, и так вот, знаете, типа, что вот он такой, и там, миа-кульпа его, да, что как бы это его вина, что я тут хожу, снимаю, говорю, а он мне ничего не может сказать, но зато он молчаливо мне мешал, поэтому я вот настолько намучилась, вышла, короче, но я хотела уже пойти дальше снимать вам, но здесь еще церковь это не отпускает меня, смотрите. Во-первых, я подошла к этому, значит, месту, где все это соединяется, да, с домом. Подождите, я сделаю свою удобную позицию на палке. Вот, да, вот это вот соединение с домом, вот это уже дом идет, видите, видите, типа дом, так называемое строение, видите. Вот, блин, как-то мне неудобно. Телефон, подождите. Ну ладно, вроде держится. Посмотрите, как эта колонна наращивается на стену, на кирпичную, да? Или наоборот, от нее, да, отходит. Вот. Я бы хотела обратить внимание, вот посмотрите на количество гвоздей, отходящих и идущих, вот просто ровно, видите, по всей стене. А? Смотрите. Их никто бы не стал тут забивать и так вот еще и закруглять, да? Видите? Такой огород. Огород гвоздей, видите? Офигительно. Там крюк торчит, видите? Обожаю их. Вот, видите, вот, смотрите, как шкаф из арки торчит, да? Классно. Он вышел на улицу на меня смотреть. Я валяюсь. Вот, еще я хотела вам показать, вам по низу сейчас пройти. Сейчас я вам покажу, смотрите. Ну, во-первых, тут рисунок, да? Вот эти рисунки, вот эти вот. Боросток. Кстати, он зря он там стоит, мне нужно там сейчас снимать. Там камень классный. Блин. Опять же, видите, как идут блоки вместе в перемешку с жижей. Вот там пошел кирпич. Так, ладно, он зашел. Ну потому что он что, стоит на меня смотрит. Нет, не зашел. Так, тут, видите, чугунные изделия, кстати. Видите? Тут тоже, посмотрите, сколько гвоздей торчит, посмотрите. Он понимает, что я вижу вот эти странности, которых не спрятать. Его бесит, что это снимаю, да? Нет, вы посмотрите, сколько гвоздей. Это целый огород. Вот смотрите, вот этот блок, но он достаточно прямой, да? Хотя тут тоже вот все чугунное, видите, торчат. Торчат, видите? Да. Мне сейчас немножко не видно, если вы видите, тут тоже расплывается, да, колонна. А вот тут вообще, смотрите, сколько. Не буду пока увеличивать, видите, да? Видите, сколько тут? Кстати, все целые. Как это? Жучки такие. Знаете? Нафига? На углах сделать. А я хотела вам тут дырки, да, знаете? Ну, гвозди идут и там вот побольше, да, уже подросли. Я хотела вам тут тоже жить. Показать вам блоки. Вот тут тоже классно. Все перетекает одно в другое. Странно, что он ушел. Кстати, вот торчит чугунное изделие тоже, да? Которое вот обязательно нужно было впилить. Кстати. С
все перетекает, видите? Там, там, так здесь вылезает гвоздик. Раньше я этого в упор не видела. Вот. Смотрите, как растекается колонна, да, вот эта, которая круглая. Но это будет мрамор, я сразу вижу. Посмотрите, как вылезает животное, ниоткуда не возьмись. Посмотрите. А? Это же странное лицо, такое неоформленное, но все в вибрационных линиях. Вот, здесь тоже хочу вам показать, как все перетекает одна. То есть, посмотрите, как начинает от двери все вот. Посмотрите, как все гармонично друг с другом. А? И гвоздики тут же, естественно. Посмотрите, как тут перетекает. Полукруглый камень, видите? Базовый. А вот база уже такой мрамор. Хоть он и серый гранит, но он уже мрамор, потому что я вижу напыление на нем. То есть сверху уже это такая вот эта вот, это вот мраморная гладкая эта пыльца. И вот этот гранит я хотела вам снять. Почему я и стала снимать видео здесь? Вот посмотрите, да? Какой он, да? Опять же, вот типа вот так обрезали, да, эти? Чтобы его вставить, да, в базу. Вот. И при всем у него еще и куча вылезает. Куча, посмотрите, сколько вылезает гвоздей, которые пытаются замазать. А? Смотрите, как эти блоки. Посмотрите на эти блоки. Куча чугунных изделий, которые пытаются замазывать, ребятушки. Кстати, они тут же в углу, везде. Я просто уже устала их снимать, они везде просто. Отовсюду лезут. И вот этот камень, посмотрите, вот этот камень, вот этот гранит, вот этот узкий, который с колонной, который соединяется, это вообще просто невероятно. Посмотрите, какой у него там размытый, посмотрите. Где-то там как-то вот, где-то так как-то кончается, да, вот, кончился. А здесь этот блок тоже непонятный, без никаких вообще границ, что это блок. А? А это, посмотрите, какой длинный, узкий. Посмотрите, какой он длинный, узкий. При этом очень хорошего качества. А этот какой огромный, да? Кстати, огромнейший. То есть невероятно, просто стена невероятная. И вообще, если все вот рассматривать, как все перетекает, соединяется друг с другом. Это просто чудо. Тут у нас уже еще какой-нибудь канализация. Тут же на плите еще должна быть обязательно быть канализация или что-то, типа квадратик, да, для чего-то. Потайной лючочек маленький. Маленький люк. Вот посмотрите, видите, посмотрите, они. Они, это наш смысл, пытаются замазывать. Знаете? Посмотрите, да? Жишка тут. Вот. Ладно, все. Он очень сильно переживает. Но он уже пошел куда-то в бар, я так понимаю. С газеткой куда-то пошел. Не знаю, можно ли там этим прислужникам бар ходить. Ну, по идее, я могла бы на площади тут сходить, кстати. А, это случайно не то, что он мне говорил, что здесь... Подождите, давайте посмотрим. Сан Симпликано. Симпликано. Сан Святой Симпликан. Короче, какой-то простой. Симпликан, Абразиан. Да. Значит так. Да, да, вот. Это про эту церковь мне говорил один Миланеза, типа, ты ходила в церковь? Это вот, типа, мол, Санта-Броджа ее. Наш Абразиан, видите, не зря я сюда залетела. Наш Абразиан ее сделал. Так Абразиан-то когда был у нас, не забывайте, 2000 лет назад. Вот. Поглядите, вот посмотрите, посмотрите, вот посмотрите, вот просто, 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 посмотрите, что дают. 7 век. Понимаете? 7 век. Ой. Матчакини 1870. То есть они его просто пишут. То есть как бы базу дают 2000 лет назад, но доделывали ее, вот там и фрески там и всякие там, значит, это на стенах, мол, в конце 1870-м. А нет, а фрески у нас Дибергоньоны. Вот видите, фрески Дибергоньоны 1515. Это просто, понимаете, вы смотрите, какие даты, как они даты вот эти, как они играют этими датами. Амор, беголочек, Игорь, мой хоросиковый мальчик. Вы понимаете?
Да, да, конечно, типа, что эта вот церковь как раз была на дороге в Комо. Ну, это вообще смешно просто. Комо тут вообще даже, ну, если представить на дорогу в Комо, то это очень сложно нужно. Это тут нужно большую иметь эту фантазию. То есть, смотрите, и тут же приплели Санта-Броджо, потом еще что-то тут в Лангобарде 7 века. Лангобарди — это вот эти, которые жили в Ломбардии. Типа древние народы, да? Северной Италии. Потом, значит, еще 11-12 век приплели. Ну, в общем, короче, это просто все. А, подождите, не знаю, все, не все. Подождите. Сколько у меня? Ну ладно, это видео закончим на 10 минут. Это было так вот, знаете, закончить с этой церковью. Вот. А сейчас мы пойдем другое снимать. Пока-пока.